микроавтобус. Давай разобьем эту картинку на пазлы и затем вместе ее соберем. Первый пазл – это переднее колесо и часть капота. Вот, переднее колесо готово. Так, это нижняя часть микроавтобуса. Вот сюда, правильно. А ну-ка, повернем. Это фара. Это лобовое стекло. Вот сюда. Это заднее колесо. А это стоп-сигналы и багажник. Вот так. Это дверь. И последний пазл. Это окно. Молодец! Мы собрали микроавтобус. Выбери картинку, чтобы просмотреть еще один мультик. Подпишись на новое видео.